Меня зовут Адина Таласбекова, мне 18 лет. У меня спинномозговая грыжа. И когда мне исполнилось 7-8 лет, моим родным пришлось оставить меня в детском доме, потому что они не могли за мной ухаживать. Потом со временем предоставили учительницу, и там мы как бы просто читали, писали, но никак там, не знаю, как сказать, вот, никак в школе было. Там еще были другие дети, вот там забирал, и мы... Он предоставил учительницу из Гуляде, и она учила нас всему, не только в школьной программе, но и готовить, там, шить и все такое. Адина на Беловск интернетта танышып, дос болып, анан біз алның эджесі, тай эджесі, мамасы мінан сүйлешіп, алар сураган. Адина на біздің үйге жашап, оқуғанға жардам беріп, анан мақол дедік. Мен Миннесота штаттан, Америкада. Біз аял менен біз 30 жыл Орта Азия жашаганбыз. 14 жыл Кыргызстан, 15 жыл Өзбекстан жашаганбыз да. Анан біз 6 бала бар бізде, өзіміз бала. Ана 2 бала бакып алганбыз Өзбекстан, анан 4 баланы Кыргызстанда патронаж десеңиз болот, или біз менен жашайт. Анан Адинаны 6 жылдан бері біз менен жашайт. Потом мы нашли вечернюю школу. Я там каждый месяц давала экзамены. Там они мне давали задания, там рефераты, конспекты. Я туда сдавала и приезжала туда, сдавала тесты. Вот. И потом тут, в 2020 году я получила аттестат. И потом мы искали колледж. 3-4 колледжге барганбыз да, шаһарда, Бишкекте. Анан алар лифт жок, пандус жок. Анан біз 2 колледжге барганбыз да, Асаны IT колледжге барып, алар аябай жакшы лифт бар, бут бар, бирок кымбат. $6000, $7000 бизге мындай акча жок. Анан дагы бир колледжге барсам, ал тоже график дизайн, бирок алар кандай десем кымбат, $7000-$6000. Анан бизге туура келбейт. Алатауда жакшы болду. Нормальный $1500 бир жылды окканга біз мама менен Адинанын мамасы менен болып макул дедик. Біз ал тест өттү, жакшы болду. Анан біз кирдик. Мне сделали этот специально для меня этот паднус, чтобы я зашла, смогла заходить в этот корпус и в столовую, и в буфете, и отремонтировали уборную тоже, чтобы я могла заходить. Сначала я не могла даже повернуться. Не буду скрывать, потому что у нас в стране, вы знаете, все учебные заведения, они проходят также аккредитацию. И очень важный пункт в этой аккредитации, чтобы все учебные высшие учреждения имели подходящую, получается, инфраструктуру. И это очень важно, поэтому университет также
проходит аккредитацию, и мы были как бы также и обязаны провести все необходимые изменения. И, конечно, для нас было очень важно, чтобы мы создали все возможные условия для того, чтобы Адина получала весь учебный процесс именно по стандартам. Поэтому до начала учебного года администрация университета и также здесь все мы постарались, чтобы были подготовлены все необходимые инфраструктура. Ну, как вы знаете, инклюзия – это не только инструктура, это инфраструктура. Инклюзия – это вообще сама культура, это ценности. И мы сейчас работаем над тем, чтобы все наши преподаватели и студенты в колледже также были осведомлены о важности инклюзивной культуры. Потому что факт, что мы построили пандусы, обустроили туалеты, создали какие-то условия, это не значит, что мы 100% поняли, что такое инклюзивное образование. Ой, қиыншылықлар көп. Әр қандай транспортта қиын, азыр автобус, маршруткалар, рампалар жоқ, автоматический лифтлар жоқ. Америкада қызымыз, Лола деген қызымыз Америкада барып, үйге келіп, рамп түшіп, отырып, алып кетеді, проблем жоқ. А бірде ата-аналарының машинасы жоқ болса, шаһарда хам қиын. Мысалан, біз магазинге барсак, дайым біз лицензияны чықып, біз атайлап 2-3 кешені алыш керек. Көпчілік біз, масалан, Казмопаркке барса, алар лифт бар, бірақ көп жойлар жоқ. Өшін үшін айуай қиын, шахарге барып, біз атайлап машина менен барамыз да, такси менен, или машина менен, бірақ жөнеке маршрутка или автобус мүмкіншілік жоқ Адинаға. Моя мама уже как сколько 15 лет работает в России. Она летом приезжает на 2, на 1 месяц, чтобы вот я езжу к ней, вот пока она не едет. А вообще как скучаете по ней? Да. Мой папа погиб, когда мне было 2 месяца, по-моему, я не помню его. Я надеюсь, что многие люди, инвалиды, могут учиться, как все нормальные люди, и получать аттестаты и дипломы.